много летали, но, пожалуй, самый лучший отпуск. Мы провели в Литве. Да, Янтарный край. Мы там хорошо погуляли. Вильнюс – самый зеленый город в Европе. Да, разумеется, это было прекрасно. А эти деревни после дождя, как будто их только что помыли, помнишь? Я, конечно. Baltus langinis, obelišydį juokias mergenos, uošėsi mūsų žemė gerųjį, lietui praėjus kvepia karuoja, sužydėjus vėl saudams kaime, per gimtinę einu, o krūtinė pilna savaime, kuo gražiausių dainų. Kvepia pušynai, kvepia šilojai, klega paukšteliai, šrunė suloja. Šiandien kaip niekad žemė džiausminga, pučiant vėjeliui, žiedlapiai sninga. Ar ty čivo malčiš? Я молчу, потому что я думаю, я думаю, как важно и полезно изучать уроки истории. Как? Разве тебе не интересно с нами? Ну что вы, друзья мои. Я хотел сказать, что это очень, очень здорово вместе заниматься историей. Я вспомнил, как это замечательно возвращаться на старые места. Правильно. Это как будто опять становишься молодым. Разноцветные огни, отголоски наших праздников. Я нанизываю дни свои на ниточку судьбы. Как прекрасны эти дни, как прекрасны те мгновения. Возьми себе ожерелье светлых дней, возьми себе ожерелье светлых дней. Мало помалу меркнет небесный свет, мало помалу праздник пойдет на спад. Может, успею встретить с тобой закат. Со мной закат.
Вы все о серьезном, о серьезном. А мне там было очень даже весело. Вот. Тебе бы только звонок звонить и на блондинок засматриваться. Нет уж, извините. Вовсе не только на блондинок. Ну, например, что еще ты можешь вспомнить? Ну, например, кибиная с пивом. Ничего вкуснее я в жизни не ел, уверяю вас. Правда, люди говорят, не прожить без денег. Заработаешь хоть как, если не бездельник. Только не развешивай парашютом уши. Деньги — это хорошо, ну а дружба лучше. Ну а дружба лучше. Правду люди говорят, не прожить без женщин. Знаю, так оно и есть, кто же из нас безгрешен? Не серди свою жену, будь хорошим мужем. Жены — это хорошо, ну а дружба лучше. Ну а дружба лучше. Правду люди говорят, не прожить без пива. Верно, так оно и есть, вкусно и красиво. Итак, что же у нас получается? Что же такое самый лучший отпуск? Самый лучший отпуск? Самый лучший отпуск – это… Самый лучший отпуск – это отпуск, проведенный с друзьями. Праздник устрою, в дом позову гостей. Выйду навстречу, чтобы весь вечер полон был дом друзей. Грани стирая, свечи сжигая, полночь в окно влетит. Жадно поманит, в омут затянет, голову закружит. Мне не сидится в тишине без ночных звонков, без друзей и без врагов, шума из окна, разговоров до темна и ночей без сна. Дом, перевернутый вверх дном, где полно людей, мне уютней и теплей от того, что там. Круглый год по вечерам место есть друзьям. Опять у нас две лишние рюмки. Да, пустые рюмки – это беда. И цепелины без литовской картошки опять развалились. Да, без Альмы и Юргиса нам не обойтись. Давайте напишем приглашение и пошлем его в Литву. Ahava
пора.